Для тех, кто не знает, что такое вода Замзам, мы кратко расскажем. Источник Замзам открылся Хаджар, второй жене пророка Ибрагима, мир ему. По приказу Аллаха, Ибрагим, алейхиссалям, оставил свою жену и сына в одном месте в пустыне и ушел. Она отчаянно искала воду для своего младенца сына, но не могла найти, так как Мекка находится в горячей сухой долине всего лишь с несколькими источниками воды. Хаджар в палящий зной 7 раз пробежала между холмами Сафа и Марва в поисках воды, с каждой секундой все больше изнывая от жажды. Аллах послал ангела Джибриля, алейхиссалям, который ударил своим крылом о землю, и оттуда хлынула вода Замзам. Похожая история об источнике также упоминается и в Библии. Ибрагим, алейхиссалям, восстановил дом Аллаха Каабу рядом с источником Замзам, здание, которое изначально было возведено пророком Адамом, алейхиссалям. Сегодня мусульмане со всего мира направляют свой лик в сторону Каабы, совершая молитву 5 раз в день. Источник Замзам располагается примерно в 20 метрах восточнее Каабы. Воистину, в небесах и на земле есть знамения для верующих.